Отца и Сына и Святаго Духа. В неделю вторую по Пасхе апостола Фомы 18 апреля 2018 года святейший патриарх Кирилл посетил крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь, расположенный близ села Лукино в Московской области. В Вознесенском соборе обители предстоятель Русской Церкви совершил божественную литургию. Сегодня, в первое воскресенье после Пасхи, мы вспоминаем явление воскресшего Спасителя ученикам и то, что произошло во время этого явления, и то, что вошло в историю как событие, связанное с уверованием Фомы. Вы все знаете эту историю. В первый день воскресения, когда Господь явился ученикам, не было Фомы, и он не поверил. И тогда через неделю Спаситель снова пришел к ученикам и предложил Фоме осязать его язвы. И когда этот Фома сделал это, он сказал, что блажен не тот, кто видит, но кто верует. Вера является великой силой, которая, без которой невозможно спасение. Святитель Иоанн Златоуст говорит об этом так: веры недостаточно для нашего спасения. Но чтобы Бог не спас нас без нашего участия, Он требует от нас веры. И в самом деле, если бы человек спасался без своих собственных усилий, автоматически спасался, то это не было бы спасением. Каждый из нас знает, что мы считаем важным те события, в которых мы лично участвовали. Могут происходить очень важные события, но если они где-то там, на периферии нашей жизни, они не становятся частью нашей биографии. А вот если мы сами участвуем, то события даже, может быть, не очень значимые в масштабах более больших, становятся значимым лично для нас. Если бы человек не участвовал в деле спасения, если бы достаточным была искупительная жертва Христа Спасителя, если достаточным было бы снизведение Святаго Духа на апостолов и создание церкви, то человек бы не смог спастись. Требуется соучастие людей. И в той жертве, которую Христос принес, и в тех делах, которые святые апостолы совершали. А все это и есть наше участие в жизни церкви. Вот почему наш замечательный богослов, священномученик, архиепископ Иларион Троицкий сказал удивительные слова: «Вне церкви нету спасения». И эти слова не были некой инновацией, произнесенной в 20 веке русским богословом. Эти слова укоренены в замечательных словах святаго Киприана Карфагенского, который оставил нам пламенное свидетельство о том, что для кого церковь не мать, для того Бог не отец. Мы обретаем спасение силой благодати Божией через искупительную жертву Христа Спасителя, через Его воскресение, через сошествие Святаго Духа на апостолов и движущей силой, преобразующей нас по божественному замыслу, является сила благодати Божией. Она нас спасает. Но если бы это происходило автоматически, без нашего участия, то, наверное, спасение не могло бы и иметь место. Потому что означают события 2000-летней давности для современного человека, если он в них не верит, если они для него не существуют как реальность?
Но если мы верим в Господа воскресшего, если мы верим во все то, что Он сказал, во все те божественные письмена, которые Он оставил, если мы верим в то, что Его дело живет в церкви, и сила Его, сила Духа Святаго изливается в мир через церковь, то мы должны ясно понять, что именно эта сила нас спасает. И никакие человеческие заслуги спасти не могут. Но войти в это пространство спасения мы можем только, если у нас есть ключ от двери. И этим ключом является наша вера. Не она спасает, но она есть условие нашего спасения. И без нее все то, что совершил Господь ради нас и нашего спасения, не будет на нас распространяться. Вот почему сегодня проповедь о вере, обращение к современникам с призывом уверовать в Господа и Спасителя тех, кто не верит, сохранить веру тем, кто начинает колеблется, является самым важным посланием, которое Церковь обращает к миру. И вновь мы говорим, что спасение от Бога, но обрести это спасение мы можем через веру и через приятие божественной благодати, которая в церкви подается людям. Мы живем в том мире, когда почти все подвергается сомнению. Даже очень часто очевидные вещи, связанные с опытом народа, с его культурой, с его традициями, подвергаются сомнениям. И знаем, как иногда эти сомнения отрывают людей и от своего народа, и от своей культуры, от своей традиции, делают их чужестранцами среди своих соплеменников. Мы знаем, что это явление существует и что оно очень опасно для жизни людей, потому что национальная традиция есть источник и средство передачи тех ценностей, которыми жил наш народ, благодаря которым он остался в истории, благодаря которым он сохранил те ценности, что способен дальше передать будущим поколениям. Мы признаем это значение традиции по отношению к истории, к народной жизни. Но кальми паче мы должны признать важность пребывания в церкви и искреннюю свою веру иметь в то, что Господь распространяет на нас принесенное им спасение через нашу веру и через участие в жизни церкви. И сегодня, когда мы в свете пасхальной радости, света воскресения, вспоминаем это событие, связанное с апостолом Фомой, то, естественно, нам подумать и о своей собственной вере. Действительно ли она у нас такая сильная, что мы готовы эту веру противопоставить многим искушениям, соблазнам, трудностям жизни? Действительно ли она такая фундаментальная для нас, основополагающая, что на этой вере мы готовы строить здание своей жизни? Господь, потребовавший от нас через обращение к Фоме веры, убеждает нас в том, что вера и все последствия для человека, которые проистекают от веры, являются существенными для нашей жизни и в этом мире,
и в будущем веке также. Поэтому сегодня наша молитва, как и всегда, конечно, но сегодня особенно, о том, чтобы Господь укрепил нашу веру, чтобы Он помог нам на этой вере строить фундамент нашей жизни. И тогда мы будем вместе с Господом. И тогда мы войдем в то благодатное пространство пребывания Божественной благодати, в котором и осуществляется спасение человека. И пропуском в это божественное пространство и будет наша вера. Да поможет Господь сохранить это великое чувство, без которого нет спасения и нет даже надежды на спасение. И пусть сегодняшнее событие помогает нам еще и еще раз осознать всю важность того, что Господь Иисус Христос сказал своему неверующему ученику, апостолу Фоме. Христос воскресе! С праздником вас поздравляю!